В Росреестре заработали новые дополнительные услуги для населения. С этого года в ведомстве сосредоточены функции регистрации прав и кадастрового учета. Если ранее последняя услуга предоставлялась только в кадастровой палате, то отныне в Росреестре появилась единая учетно-регистрационная процедура и единый реестр недвижимости. Тему продолжит Марианна Кутукова. Ирина Савельева сегодня пришла в Росреестр восстановить договор купли-продажи квартиры. После долгой беготни по частным инстанциям, где за оплату восстановления утерянного документа просят в разы больше, новость о новой услуге ее порадовала. Ведь отныне все в одном месте, а это экономия времени и денег. Я до этого ходила в риэлторскую компанию. Вот. Потом ходила, еще мне много услуг предлагали. А об этой услуге я узнала через знакомую. Я не зря пришла. Я довольна, что я сейчас восстановлю договор о купле-продаже квартиры. И тут же оформлю продажу. Кадастровая палата приступила к нескольким новым направлениям. Это оказание консультаций по подготовке проектов договоров купли-продажи, дарения, мены, аренды, а также по любым вопросам в отношении объектов недвижимости. Перемены в основной деятельности учреждения связаны с изменениями законодательной базы учетно-регистрационной системы. Данные услуги направлены на внесение достоверных сведений в единый государственный реестр недвижимости. Также это позволит более достоверно уточнить границы земельных участков и нормализовать земельно-имущественные отношения. Оказание развернутых консультаций по недвижимости в других регионах страны стартовало с июля, в Якутии с августа этого года. В отличие от других субъектов, в республике самые низкие тарифы. Консультационные услуги, связанные с оборотом недвижимости и требующие дополнительной проработки, это устная консультация, составляет 800 рублей. И консультационные услуги с подготовкой письменной резолюции составляет 1200 рублей. Преимущества работы с кадастровой палатой очевидны. Это доступные и выгодные цены, гарантия качества госучреждения и высокий результат выполненной работы. Марианна Кутукова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск.